Песцы обладают уникальной системой маскировки. Если зимой в месте их обитания снег не идеальной белизны, а имеет серый оттенок, их шерсть подстроится под окружающую среду и поменяет окрас в соответствии с ней. Песцы – чрезвычайно морозоустойчивые животные. Страдать от холода они начинают только когда столбик термометра опустится ниже минус 70 градусов. Живут песцы в норах, которые имеют чрезвычайно сложную структуру по типу подземных лабиринтов с сотнями комнат и большим количеством входов-выходов.